Всем привет. Вот хочу сделать интересное видео по S-линблокам заднего моста Opel Omega B. Рест и дорест, они одинаковые стоят. Так как нет в наличии новых, как бы таких, так называемых подушек, то вот человек вот так вот делает. Это вот тут два комплекта на две машины. Знакомому тоже вот сделал. То есть уваривается по родному. Вот здесь вот стоит внутри специфическая резиновая подушка. Ну, владельцы Opel Omega знают, как они выглядят по заводу. Вот это вот все было в резине, как бы по заводу обрезиненным. Это, видимо, все опаливалось, уваривалась обойма под размер сайлентблока. Вот, и сайлентблок. Но не знаю, с чего, с какой машины, как бы были заказаны готовые вот такие вот подушки. Подушки, сайлентблоки, как кто называет. Вот. Ну, в общем, будем менять. Перед тем, как менять, вот это вот все сейчас отпескоструим и покрасим. Вот. Буду делать двумя разными способами. Ну, после пескоструя один комплект сделаю одним способом, второй вторым. Ну, впереди на видео будет все видно. После пескоструйчика вот сейчас одну пару проведем эксперимент понтика разъемности. Одну пару помажем вертом, потом амерлоком. Хорошая связка грунтов получится. А вторую пару помажем зерцоцинком, этим хваленым белорусским. Вот, место агрессивное. Вот, кратера как бы достаточно агрессивные. Будем наблюдать потом, как будет, что где вылазить по ржавчине. Все, мажем составами. Итак, обработаны сайлентблоки. Справа ЗРЦ-цинк, слева верт преобразователь. Вот. В последующем и то покроем грунтом эпоксидным амерлок. И можно будет устанавливать на машину. Проработал ЗРЦ-цинк, вот, полутора суток лежал, все сделано по инструкции, во влажности, как бы вот тут дожди у нас идут, во влажности все находилось. Вот слегка вот этот вот образовавшийся опыл перетерт, получается вот такая вот блестящая поверхность, как бы цинковая. Вот это помазано амерлоком. Под низом верт. Сейчас вот эти вещи перекрываем протравливающим грунтом в баллоне и черной краской в баллоне. Припыляем. Это припыляем просто черной краской. Проведем, так сказать, тест на антикоррозионную стойкость, где будет лучший результат. Нанесен грунт. Грунт в баллончике, протравливающий U-пол. Итак, покрашенные сайлентблоки.
вот эти матовые, это под ЗРЦ цинком, сверху на ЗРЦ цинк грунт протравливающий и краска матовая из баллончика. Вот эти глянцевые под вертом, преобразователем, сверху Амерлок 278 и краска глянцевая в баллончике. Будем, так сказать, временем испытывать тест на антикоррозионную стойкость. Вот это все кратера от ржавчины. Но они, в принципе, и здесь такие же он кратерочки. То есть приблизительно изначально они были в одинаковом состоянии. Вот, поставим на машину. Через год и два заглянем потом. Что там быстрее у нас соржавеет. Какой способ окраски покажет себя лучше. Вот так как-то и получились. Так, вот сайлентблоки. Как отваливаются, да? Алюминий этот сгнивает. Отслаивается все. И вот эти как бы самодельные. Вот так вот выглядит разница. Ну, суть выполняют свою. А таких вот вещей новых нету.